садимся в машину. Автопати? Автопати, да? Чтобы отправиться к Педану. Вот мы пошли уже пешком. Теперь больше часа или около часа пешком. Мы преодолели высоту в 1000 метров, подошли к камню жертвоприношения. Кто хочет, оставляет там всякие жертвоприношения, чтобы усмирить духов горы. Мы проходим ворота. Продолжается. Уставшие, но довольные. Мы идем к вершине. Вот мы подошли к еще одним воротам на Педан. Все входящие должны пролезть в них. По всяким поверьям, легендам, гора Педан не всех пускает к себе, потому не каждый поднимается на нее. Кто-то поднимается, кто-то спускается. Ну, поднимаемся. А вот наша группа радуется, мы это сделали. Трудно было, но осилили. Так что Педан, до свидания. До скорых встреч.